Уютный дом в новом поселке Лайма-Сиела. Лайма-Сиела – новый поселок частных домов в Бабите. Поселок удобно и живописно расположен между Ригой и Юрмалой. Дома находятся с подветренной стороны соснового леса и липовой аллеи. На расстоянии 5 минут езды находится школа Имонта, детский сад, поликлиника, аптека и супермаркеты. Дом построен из газобетонных блоков толщиной 40 сантиметров с низким коэффициентом теплопроводности. Полностью оборудован и готов к заселению. На первом этаже расположены прихожая, большая солнечная гостиная с выходом на веранду, кухня со встроенной техникой, уютный кабинет, туалет, гараж, подсобное помещение с отопительной системой и системой фильтрации воды. Дом подключен к Латвиясгазе и имеет собственные независимые системы водоснабжения и канализации. Имеется хозяйственное помещение. Подготовлено место и коммуникации для установки камина. Широкая и удобная лестница ведет на второй этаж, где расположена большая ванна с установленной сантехникой, спальня, во всем доме уложен теплый паркетный пол. Детская комната, межкомнатные перегородки из газобетонных блоков толщиной 20 сантиметров с повышенной шумозащитой. Двери и стеклопакеты во всем доме сделаны из натурального дерева. Большой и удобный балкон с прекрасным видом. Убираемая лестница ведет на чердак. В доме подключены телефонная сеть, интернет и спутниковое телевидение. В поселке Лайма-Сиела всегда достаточно солнца и пения птиц. Сосновый лес и столетние липы по соседству позволят вам жить в экологически чистой среде. Лайма-Сиела – это ваш новый, уютный, функциональный и современный дом.